North Wings. Вот, честно говоря, команды для меня мало знакомы, и сами по себе игроки тоже достаточно мало знатки. И смотреть, за счет чего ровным счетом команды стараются набирать очки. Как? Надо полагать, что это 12 номер, это у нас... Надо полагать, это... Это Аксенов Александр. Успели глазом моргнуть, как уже вновь оказываются на линии штрафа. На самом деле это неплохая такая достаточно. Вот. И очень многое зависит от того, бросающий или не бросающий ли команда. А сейчас здорово? Здорово между собой. И сейчас да, опять, мне кажется, а здесь уже совсем решили, никого нет. Из трех сейчас была, 19 номера, это у нас Молчанов Дима. Сейчас выбрасывал, а теперь Аксенов в ответка перешла. Ну что, третья? Нет, это нулевой номер, это у нас... Интересная, кстати, достаточно такая фамилия. Надеюсь, я правильно произнесу. Тоцкий не решился сразу через пик-н-ролл играть. И ой-ой-ой, и буквально не идет. Судья. Так, и только что до нас доносится информация. Опять на подборе. Пользуется. Чувствуется, знаете, такой момент, что игрок с мячом находится сейчас, и совершенно никто не вышел на него. Так, Ахмадов через ослон пытается сыграть с Андреевым. Ахмадов и на Власова вот хорошо сейчас довели, и судьба, видимо, в этой атаке была. Ну, не все трешки мира, они всегда будут забиваться. Если бы все трешки игроков северных крыльев. А вот я смотрю, особо любима точка из пользуется тем, что не всегда все игроки успевают спину ставить при зонном построении. Ой, это Глотов. Конечно, интересно. Достаточно габаритный центр. Я думаю, это возможно по такой самый оптимальный вариант, когда и все вдоволь поиграют, и при этом все передачи на грани потери, они практически все действуют. Ой, скидка на Глотова, тут не сразу пошел вниз, и вот здорово. И забивает. Ой, здорово, на кроссовере пробирается, скидывает дальше на свободного, тот дальше проходит внутрь, стягивает на себя, но очень кучно, мне кажется, стоят. Но. Смотрим, что сейчас поменяется, действует исход. Будут ли они как-то иначе раскидывать зону, до этого у них гораздо это проще получалось. Против оппонента как и в атаке, так и в защите. Ой, здорово, красиво сейчас отдал Андреев на Аксенова. И Ахмадов в очередной раз атаку скидывает, стягивает очень много игроков сразу себе. Аксенов под левую руку подобрал мяч. Ой-ой-ой, это в стиле Раджина Ронда теперь. Хотя нет, это все-таки в стиле Аксенова была попытка сыграть. Мацуя в быстром отрыве. Вот, явно. Ахмадов, ой, сам нашел. А теперь Молчанов не сразу стал бросать. И забегание Мацуева очередное. По дальней бровке. Сейчас пятый номер. И даже Галина, нет, не решился ему скидывать. Вот доли до Аксенова. Вот далеко не последняя, явно. Очень хорошо поставленная техника. Ой, Аксенов, ну что, сверху еще, может, забьет? Нет, там все-таки не было у него цвета Аксенова. И чувствуется, что он знает, что хочет и что нужно делать на площадке. Аксенов близок был сейчас. Едва-едва не забил эту фирменную треху Дончича со степбэком. Ой, блядь, пройти внутрь. Скидывает дальше. Растягивает. Женя, уйди, это экран загораживает. Тоже успели передохнуть и запастись силами для просмотра. Ну, я бы не сказал, что... Ой, 2+. Помимо прочего, у них бросающие большие. И Клопов сразу 4 очка. Клопова разоигрывает. Ой-ой-ой. Какой у него дерзкий, однако, бросок из-под кольца. Прям так сразу мяч резко выбрасывает. Ой, под кольцо сейчас прямо мяч прилетел. И Прокофьев, ну чтобы опять через руки. Все очень... Аксенов не стал сразу бросать. Пытается на дриблинге обойти. Через руку. Ой-ой-ой. Второй.
И как итог, Игнатенко пытался сейчас крюком забить. Ой, прям подарил сейчас мяч Игнатенко Роман и прямо врезался. Сейчас буквально не пришлось ничего предпринимать. Сейчас Золотов, соперник сам не в него влетел. Ахмадов, ой, Наглотова снова заигрывает, ищет глазами партнеров, скинул на свободную трёху. Достаточно просто разыграли, и это Власова эта передача дошла, хотя достаточно рискованная была, чуть ли не через всю поляну. Ой, здорово, на ложных замахах, разбиваю, мне кажется, больше играть, чтобы прямо в руки этот мяч упал. Ой, опять, сколько же потерь-то, интересно, вообще, у Тюнсквот. Ой, Власов 2 плюс 1. И самое интересное, что у Team Squad при этом каждый раз кто-то, какой-то новый человек разыгрывает, а то он и фол. Все, чтобы судья его свистел. Ой, сейчас сразу 2 в 0 бегают. Аксенов выловил этот мяч и... через Аксенова. И Аксенов, ой-ой-ой, сложную трёху решил запулить, но там Андреев. Тут прям сразу Мацуев достаточно плотно на Кима скидывает, открытая трёха. Ну что, забивать нужно такой бросок. И Виталий Ким. Ахмадов. Ой, скидывает дальше на дугу, на Чернова. Ой, на Власову точнее. Очередное. В целом, вообще равномерно достаточно очки распределяются. Но больше всего у Тоцкого Данила с 6 очками, который 2 из 6 трёхи попал. И 3 штрафных, как итог сейчас будет Тоцкий пробивать. Аксенов такой передачей. Прокопьев, дальше скидка на дугу. Ну вот такой момент нужно забивать. Власов, правда, успел помешать, да? Ахмадов. Дальше чина Власова доводит. Что пишет? Разводить мяч. Просто сейчас заслон двойной. При этом сам пытается найти линию. Скидывает на Власова. Есть, возможно, еще одна передача. Опрометчивый, авантюрный немного такой бросок. Повезло ему сейчас, что остался между его командой. И Колодин сам пытается решить. Какой у нас счет, интересно, кстати. 76-33, да. Более чем двукратное преимущество. Команды Северных Крыльев за 3:30 до конца. Уже решаясь в четвертой четверти. Не действовали игроки Северных Крыльев. Явно вынуждали раз за разом ошибаться. Делали это достаточно часто. Играют на командный результат. И понимают, что в одиночку достаточно что. Вот заигрывает сейчас на Глотова. Глотов. Здорово. Было близко сейчас, кстати, достаточно. Заставил так сейчас. Это, кажется, это Тоцкий выбрасывал мяч. Да, все видно. Слушай, проиграют все достаточно круто, но я бы хотел заметить, что у вас сегодня достаточно много блок передач, и практически каждый мяч, который вы забили, он был с передачи. Вы уже достаточно давно появились? На самом деле у нас команда собралась буквально 2 недели назад. Да? Мы провели всего 3 совместных тренировки. Вот, поэтому была поставлена такая задача передавать больше передач, поскольку команда противника была выше и стала удобнее. А, то есть это у вас чисто на эту игру была такая установка, больше передач? Да, именно на эту. А вообще как соперник вам сегодня? Соперник хороший. Собственно, в очередной раз доказывает, что физические данные во многом решают. Как думаешь, что чего не хватило сегодня? Может, в чем стоило прибавить? Мне кажется, в защите вас прямо очень сегодня здорово поджали. У нас сегодня было много суеты. На самом деле, много суеты, от этого очень много потерь. Если бы не было столько потерь, то и сыграли бы, конечно, лучше. Ну, я думаю, это опять же с опытом, с тренировками, скорее всего, придет и со временем спокойно будет. Немного не хватает сыгранности, но это наработано. Да, я думаю, со временем будет. Ладно.